Цель убита. Все живы? Черт, обожаю эту работу. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Мы их раздразнили. Цель уничтожена. Я готов. Что указали? В бой. Дерьмо. Порядок, можно выдохнуть. Спокойно, идем. Пинче каброн! Савьен Мерриндо! Слушай меня, придурок. Ты отвечаешь на вопросы, иначе я всажу пулю тебе в брюхо. Ты меня понял? Остынь, козел! Чего ты хочешь? Амару, где его искать? Ты серьезно? Вот чего тебе надо. Не вопрос. Он на ферме Атоя. Вперед! Там узнаете, что мы делаем с теми, кто идет против картеля. Нам нужно спешить. Амару уже старик. Под пытками он долго не протянет. Черт, если у них было время поработать над ним, то он может быть уже мертв. Все может быть. Амару большая шишка у папы. Станцев. Картель не убьет его, пока не вытянет все, что Амару знает. Мы не можем рисковать. Слишком многое зависит от этого. Идем. Называть вас друзьями. Многие делились со мной соображениями. Как я на месте? Теля, который, как мне точно известно, разделяете вы все. Я почитаю все внимать нашу почеваму. Я воспитал детей в уважении. Вперед! Картель не будет сидеть и ждать, пока мы обнаружим и спасем Амару. Мама должна пребывать в торговле с вселенной. Я рад, что в этой стране действует Санка Бланка. Реализации, которую навязывают нам Ринго и ЦРУ. Это латиноамериканская мексиканская организация. Верит, как и я, что мы человек. Готовы открыть огонь. Должны заботиться о нашей земле, быть защитниками страны. Верит, что в верном руководстве мы способны действовать с пользой для себя и для матери земли. Все это ради будущего Боливии. Это наследство, которое мы оставим будущим поколениям. Las nueve en punto. Hace solo ahorita y va a ser mucho calor.
к ферме Атойо. Среди боевиков много бывших военных. Стрелять зряче. Если Амару попадет под шальную пулю, операция цареубийцы провалится еще до начала. Ну, пошли. Еще одна цель. Есть третья цель. Я вижу двух бандитов. Перед сараем. Вижу двух боевиков. Где ты его видишь? Там, в сарае. Боевая готовность. Аккуратнее. В квадрате гражданские. Цель уничтожена. Порядок. Все хорошо. Распоряжение, босс. Это мой шанс. Этот готов. Атакую. Все нормально. Вижу цель. Смотреть по сторонам. Вижу одного наконец. Вы Амару? То, что от него осталось. Мы вытащим вас отсюда. Детство. Да, я был еще... Этот готов. Эй, тут оружейный ящик. Я в машине, поехали. Держитесь, я поведу. Ты
порядке? Все целы? Все? Давай туда. Радость была преждевременной. Цель уничтожена. Говори, быстро! Спокойно, Гуэй, я все расскажу. Появилась инфа по вертолету снабжения, можем его угнать. Спасибо, попугай. Рада с вами побеседовать. Можете вы подтвердить или опровергнуть следующие слухи о том, что Головастик варганит новейшую субмарину? Головастик, мой гениальный малыш, постоянно изобретает все новые и новые штуки для Санта-Бланки. Я знаю его и его семью уже долгие годы. Я всегда знала, что у него особый дар. Так держать, мальчик мой! На туре? Это будет реальная субмарина? Или одно из тех корыт, которые шарят? Да, папочка, чистая правда. Он соорудил для нас полноценную подводную лодку, недоступную для фиксации ни радарами, ни спутниками.